Благо дырочка. Ахтун! Ахтун! Что? Подписывайтесь на страничку Каптана Гнездилова! Шок, сенсации, убийства, трупы! А дальше еще веселее будет. Алло. Однажды подбросил улики, что клиент сам подстроил страховой случай. Так что клиенты не зря хотели набить ему морду. Не платите. Я, дастись, фантастись. Я. Лозинский в страховой компании занимался творчеством. Ленка, пощади! Да, а еще он числился в наркологическом диспансере. Будьте внимательны. Пишите комменты. Ну и... ставьте лайку. Будет ржака.